più consumata del mondo. Dopo l'acqua. Dopo l'acqua, sicuramente. Da 2,5 miliardi di tazze al giorno. Io mi ho capito. Vabbè. Начнем последнее правило. Вы помните, что есть 5 глаголов, которые в втором лице единственного числа, в повелительном значении, естественно, спрягаются посредством апострофа. Глаголы такие. Андаре. Сейчас напишу только нужное лицо, только второе лицо единственное число. Ва. Дире. Ди. Даре. Да. Фаре. Фа. И старе. Ста. Помните, да? Это проходили. Хорошо. Это второе лицо единственное число, то есть прямая форма повелительного наклонения. Мы знаем, что когда используем прямую форму повелительного наклонения, местоимение сливается с глаголом. Тоже помните, да? Эзэмпио. Посо априре la porta, могу ли я открыть дверь? Абрила! Уре, пожалуйста, открой ее. Местоимение сливается с глаголом при использовании прямой формы повелительного наклонения. И второе лицо, единственное число, входит в прямую форму повелительного наклонения. Вот, в чем фишка, что с этими 5 глаголами, когда местоимения сливаются с глаголом, согласный, на который начинается местоимение, требует удвоения. Допустим. Мама, posso andare al cinema? Спрашивает дочка. Могу сказать кино? Учитывая, что спектакль не так поздно закончится, мама добрая и позволяет. Си! А, не знаю, что иди, сходи, это ва. Туда это чи. Я только что вам объяснял правила. Местоимение. В местоимении согласный удваивается. Ва. И получается ва-чи. Уре. Пожалуйста, сходи туда. Другой пример. Posso fare questo esercizio? Могу сделать такое это упражнение? Sì. Не знаю, что делает это. Fa. Esercizio, упражнение это его, lo. Yes, L, lo hai, pazzo. Fallo. Da, sdielevo. Другой пример. Quello è... No, minuto, scusa. Здесь mi invito такие местоимения, Lo. La, li, le, ne, ci,
ti mi i и все, потому что и не допускает. Удваивай. Показывай еще, Эва. Допустим. Non credo alle tue parole. Не верю твоим словам. Потом хочу добавить. Скажи мне правду. Скажи будет. Ди мне будет. Ми. Это удваивается. Димми. Ла. Верита. Скажи мне правду. Это действует и при комбинированных местоимениях. Che bella, ma sì, che bella collana. Какой красивый колье. Покажи мне его. Fammela vedere. Ti знаешь, что fare vedere, это показывать. Aspetta, fa. Mi, mie, la collana, la, no, e tu ci combinirono i misti miei, me, e tu vai, vai, stai, petto, un po' l'usciaezza, fammela. Ed este nei misti miei, cattore, di trebuet. Удвоение это местоимение, которое начинается на ли, ему, им, и комбинируем местоимение. Ело. Третьего лица. Ела. Ели. Еле. Это не требует удвоение буквы G. Не соображаю, почему там мы, а не ми. И потому что это комбинируем местоимение. Мне это ми, но поскольку есть ее, буква И превращается в букву П. Да. Сейчас по учебнику будем читать другие примеры. Значит. Откроем учебник на странице, ну, где мы остановились, на странице 293. И обратите внимание на предложение в рамках. Первый глагол у нас здесь, это глагол «andare». Ольга, читай предложение, пожалуйста. Паула. Stai male, va cura a casa. Ma perché abbiamo smesso i miei, perché avete un liceo nuovo nei prescodit. Per vadì? Paolo, ti va plocco. Если. Если ti va плохо, иди лучше домой. Лучше иди, пожалуйста, домой. Beh, не мешай нам. Со своими болячками. Своим видом. Ok. Ирина. Se vuoi andare a Roma, vacci. Sì. Если ты хочешь поехать в Рим, sì. Езжай туда. Bene, ok. Gianna? Sì. Vammelo. Udarini si danno a glagol, Vammelo. Vammelo prendere, sì. Per favore. Sì. Sì, по-русски, лучше сказать, мне нужен. Мне нужен стакан воды. Sì. Сходи, взять мне его, по-итальянски. Бе. Си. Окей. Il film che ho visto ieri sera è proprio bello. Си. Bello è vedere. А, vedere. Film, который я вчера посмотрел вечером, действительно хороший. Хороший, си. Посмотри, иди посмотри его. Си. Бе. Хорошо.
Giulia. Carlo e Giovanni arrivano fra poco alla stazione, valle a prendere. Sì. Carlo e Giovanni приехали. Прибудут скоро. Скоро прибудут на станцию. Sì. Съезди. Истрит. Beh, хорошо. Помните глагол «andarsene»? Помните Челентано? Tanto il tempo se ne va. Andarsene da «уходит». Beh. Non voglio più vederti, vattene. Это ты прекрасно знаешь, Не хочу тебя больше видеть, убирайся, уходи. Уходи. Beh, убирайся, будет чуть по-другому. Уходи, смысл такой же. Beh. Хочешь знать, как убираться? Да, надеюсь, не пригодится, ну давайте. Маэса, приходится еще. Beh. Allora. Levarsi, то есть подняться, levarsi это синонимо глагола alzarsi, levarsi dai piedi, с ног. Beh, поэтому levati dai piedi. Вот, убирайся. Звучит красиво. По-итальянски я уверяю тебя, это итальянца не так хорошо звучит, Есть приложение намного приятнее. А вот это вот ваттене, оно тоже еще хуже? Ба, это просто комбинируем местоимение, опять. Да. Есть ты здесь в виде возвратного местоимения, да? А это вот, вот это андарсене, то есть вот это се, которое... Эси, се это си. Типа, это как окрас, что ли, или что? No, это именно глагол андарсене, уходит... Это местоимённый глагол, который содержит два местоимения. Местоимение «не», который здесь обозначает «оттуда», «сюда», и возвратное местоимение. «Си». Возвратное что означает? Си. Ну, то нет. В данном случае. В смысле, сам убирайся. Убирайся. По-русски тоже возвратное. Ну, да. Песня есть «Ваттен амор», «Уходи в любовь». Песня есть «Ваттен амор», «Уходи в любовь». «Ваттен амор». Убирайся, любовь моя. Давай. Поэтому. Андарсене. Се это местоимение си, которое где буква и превращается в букву э, потому что есть второе местоимение. И поэтому здесь на ти будет андар, два, те. То есть си становится ти. А глагол андарси есть? Нету, да? Андарси нет. Андарсене. Только андарси. Андарси нет. А аналогично в обратную сторону есть что-нибудь такое? В каком плане? Ну, приходи сюда, то есть на чи, который заканчивается. Но, нету такого. Что? Хорошо. Ирина, тебе. Сейчас с глаголом stare. Sta zitto, per favore. Sì. Zitto. Zitto значит молчаливый. Тогда, да, будь тихим. Си, будь тихим. Показалось, это грубо достаточно. Ма, есть грубже, есть грубже. Закрой рот. Закрой рот есть, Кюди ла бокка, есть еще хуже. Кюди ль бекко, закрой клюв. Ну, повелительно, но вообще, в принципе, грубовато. Ма, сома, когда мы говорим это, когда человек шумит. Поэтому неприятно, что он начнет. Короче, цыц. 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 Соседу по троллейбусу не скажешь. Какой? Соседу по троллейбусу не скажешь. Ребенку скажешь, я так понимаю. Соседу по троллейбусу будешь говорить. Конечно, здесь очень повелительно звучит. Очень повелительно звучит. Ребенку, другу. Бе. Sta zitto, per favore. Хорошо. Se ti trovi bene qui, stacci pure quanto vuoi. Sì. Stichi какие-то. Если тебе здесь. Хорошо. Оставайся. Здесь? Пожалуйста, сколько хочешь. Beh. Ok, Natalia. Stammi a sentire, devo raccontarti una cosa. Sì. Это оборот итальянский. Да, да, да.
Da словно как будто. Оставайся здесь, слушай меня. Послушай меня. Послушай меня. Я должен рассказать тебе что-то. Кое-что. Кое-что. Bene. Dire, Юлия. Di a Paolo di telefonarmi prima possibile. Sì. Скажи Паулу, чтобы позвонил мне как можно скорее. Как можно скорее. Пока вместе меня нет, поэтому ничего странного нет. Ольга. Se vedi Carla, dille di tornare a casa presto. Mm-hmm. Если увидишь Карлу, скажи, чтобы немедленно возвращалась скажи домой. Скажи кому? Ей. Вот так. Beh. Окей, окей. Ирина. Che cosa ti ha raccontato Claudia, dimmelo. Mm-hmm. Что тебе сказал рассказала Клаудия? Так, это дир, это на что говорить, да? Скажи мне это. Sì, скажи мне это. Bene. La verità ti prego. Sì. Говори, скажи мне правду, тебя прошу. Bene, bene. Vogliamo sapere tutta la storia. Sì. Di Cella, per favore. Sì. Мы хотим узнать историю, всю историю. Sì. Скажи нам ее. Sì. Пожалуйста. Пожалуйста. Va bene. На следующей странице продолжение. Продолжение есть. С глаголом dare. Юля. А, да, но с глаголом журнале, чьи вы на напитке интересно. Sì. Взгляни. Взгляни. Sì. На газету. Sì. Там интересная новость. Beh, sguardo, da sguard, dare uno sguardo, no. Va bene. Olga. La mia macchina non funziona? Dammi la tua. Sì. Dammela fino a stasera. Beh, a te, ne однозначно, Beh. Предположим, что это не я прошу. Тут не спрашивают, тут говорят. Моя машина не работает. Sì. Дай мне твою, дай мне ее до вечера. До вечера, да. Кто ты, девочка? Еще увидит, ма. Ирина. Buono questo dolce, dammene un'altra fetta. Sì. Danne un po' anche a Stefano. Bene. Какие замечательные сладости. Дай мне еще один кусок. Sì. И дай немножко и Стефана. Beh. Allora, поскольку еще один кусок и немножко это количество, везде не. Questa penna non è la mia. Sì. E di Pietro dalla è lui. A lui. Sì. Questa ручка не моя. Sì. Принадлежит Петру. Петра. Sì. Отдай ее. Ему. Здесь ударными стимини, а луи, они, и, потому что мы отличаем позицию. Да, они моя, а его. Ручка. Questa roba è nostra. Sì. Даччела. Даччела subito. Beh, roba. Это существительное, которое имеет смысл в множественном числе, значит, вещи. Можно в виде одежды, но не обязательно. Как по-русски вещи, без контекста непонятно, что это. Эти вещи. Эти вещи наши. Sí. Отдай их. Кому? Нам. Немедленно, субистро. Сейчас же. Beh. Юля, quando, fare. Quando vai al teatro, fai biglietti anche per me. Sì. Когда пойдешь в театр? Sì. Есть смысл купить? Именно. А купи билеты мне тоже. Sì. Именно. Иди от меня. Хорошо. Vuoi fare una telefonata? Fallo pure. Sì. Хочешь сделать звонок? Sì. Ну, сделай его, пожалуйста. Bene. Fammi il favore di comprare il giornale anche per me. Bene. Fare un favore significa оказать услугу. Кажи мне услугу. Sì. Купи журнал. Не, газету. И мне тоже. Sì.
fare esercizi di italiano. Esercizi. Sì. Di italiano. Mm-hmm. Quando molti ti sarà utile. Сделай упражнение на итальянском. Сделай много. Sì. Ты. Тебе. Будет. Полезно. Тебе пригодится. Sì. Ok. O здесь fanne, потому что molti, e molti указывают на количество. Non abbiamo la macchina. Facci il favore di prestarci la tua. Sì. У нас нет машины. Угу. Дай нам, пожалуйста. Окажи нам услугу. Окажи нам услугу. Дай нам время твое. Sì. Adagi nam soyu. Va bene, ok. Davanti ai patrini lui, Mrs. Dame e Mr. Sedoce Pagnini, completate i dialoghi con le forme dell'imperativo indicate alla fine dell'esercizio. Zapolniti dialoghi. Nige ukazanim v kance upražnjenja formami i pavelite na kanjenje. Pa etamo, здесь ничего не надо придумывать. В конце упражнений уже есть нужные глаголи. Авторы для вас уже проспегали глаголи. Надо только понять, какая нужна форма. Серьезно? Нам нет, где там указаны глаголы. Вот на второй странице. Рамочки. На темном фоне. Все, понял, да. Окей. Начинать. No, minuto. Kto? Giulia, signora. Ah, mamma, posso andare a giocare in giardino? Sì. Sì, vacci pure. Sì. Prima delle 5 vieni a casa e fare i compiti. Bene. Значит, vacci надо вечернуть. Mm-hmm. Bene. Все понятно o gli требуется перевод? Девушки, если все понятно, давайте, можем не перевести, Ok. Olga. Telefona a Paolo, per favore. Sì, sì, la chiamo subito. Mm-hmm. Dille anche di riportarmi il libro che le ho prestato. Bene. Ti procicava. Dammi. Dille. Scagli. Allora. Vernut budit. Portare liba restituire liba rendere. Tre sinonimi. Restituire. E tanto sa dire sami la spastagnone e tagla gol treta va spregene gruppi B. Va bene. Irina? Papà. No, italiani abbracciano Francesco. Papà. Posso attraversare da solo la strada? Da Vienna Ribionok spraschivete. Sì. No, Antonio, dammi la mano. Sì. Dammela ogni volta che attraversi questa strada. Beh. Attraversare. Переходить, пересечь. Нет, Антонио, дай мне руку, sí. Давай мне ее каждый раз, когда переходишь эту улицу. Бе, иначе плохо закончится. Бе. Елена стасера вадо астудиаре да Томмазо. Томмазо, форсе сто ачена да вулли. Си. Останус у него. Sì, stacci pure. Sì. Io stasera lavoro fino a tardi. Beh, e taca, taca mobro son problema. Ugina e riscena. Beh. Posso fare una telefonata ai miei? Sì, ai miei своим, mi saluto, своим родителям, своим родним. No, minuto. Fare una telefonata. Вот
Cucerie Slava, fare una telefonata. Natalia. Ah, falla. Sì. Falla pure? Sì. Ma attenzione a loro. Adesso sono le 3 del mattino. Beh, no, viene non rasbuglio. Rasbuglio. Ah, vai. Gola assassina e li badocce si dà per prierne. Vai. Giulia. Dai, Lucia, non arrabbiarti. Beh, se dai, dimmi una cappa ruschia, davai, usiliti il pavelito nella glagnini, eh? Francesco, fra noi è tutto finito, non voglio più vederti. Sì? Vattene e non cercarmi più. Lo dire, smirizza. Ok, se muove per il dialogo. Un po' di spaghetti? Sì? Sì, grazie, ma dammene solo una forchettata. Voglio solo assaggiarli. Assaggiarli? Sì. Zes trebuesa abiesnini. Mi uge strecciali da coi suffix ata no drugon contexte. Vomiti. Mattina. Mattinata. Giorno, da giornata, sera, serata e notte, nottata. Se ti mi slavami suffix ata ukazivet, napomina vampa, da mostra i tuoi gesti speciali, ukazivet, libana pagodu, veta. Vita vremia, Libana vremia pravaždini. Nos dis, drugoi smis, na samendieli uetava suffixa tri značini, eta pierve značini. Storo značini is dis u nas, ukazivet na kaličestva jedi, katori vazmožna vzjat zano, adin raz, etim priboram, poetamo. Forchetta tavirca, vilca, forchetta, forchettata, eta. No, calicstva, pasti, spaghetti, gatori, mozna, una cruci verso. Ebbene, cucchiaio, eta, losca, poetmo, cucchiaiata, eta, calicstva, ieti, gatori, pamistizza. Маленькая ложечка как будет? Кукьяино. Ну, а для кукьяино не бывает, потому что кукьяино... Ну, вот к мороженому просить, что... Эмма, си, понятно, но... Покетата, простите, она, покетата. Не считается еда, в смысле, что когда хочу есть, не поем мороженое. Так это много или мало? Это ни много, ни мало. Это... Количество, которое поместится. Дай мне ложку попробовать. Вот. Ну, а форкета-то почему не покатит? Почему форкета-то? Ну, потому что это прибор. Ну, не хватит. Форкета – это название прибора. Все, я поняла. Дошло. Б. Третье значение. Ата имеет еще такое значение. Удар этим предметом. Поэтому бастоне, балка, il bastone, palca, bastonata, будет удар палкой. Вилкой у вас не бьют? Вот в чем проблема, потому что вилка тоже можно использовать в виде оружия. Поэтому... Один удар, четыре дырки. Здесь я надеюсь, что не будет удар вилкой. Но, в принципе... О! Нож. Voglio assaggiare i tuoi spaghetti. Ца! No. Mi hai dato una forchettata. Va bene. Coltello. Nož. Nož mi riesem. Ne nabiraem jedu. Поэтому coltellata. Это плохо. Это удар ножом. Либо погода утром, либо как я...
il libro padležaše tačnika padležaše pravio vreme utra. Хорошо. Кто? Ты заполнил это? Да, это я провел. Вабе. Ирина, посмотри. Коза тебя дету джино. Ну, после дертело. Дертело. По промесу джино парларне. Си? Коннесуло. Си. Дай, димело само кюриозо. Кюриозо. Си. Vabbè, stati per la gatterne curioso, ma italianski mi va snascini, li va snascetta, non remienna, li uba pitni, noi sciò, li uba snatterni. Stessi li uba pitni, esamifili, eh. Carascio, sdienemi, i sledosci prasnini s risuncami, pa risuncam na budi pagnatna, kako je, što nada skazati spozuje Pavlite naklanjenje. Žarna, vidiš što, ne znam kto je ta, Tjotja, naravno, Tjotja, abrašajca k plemjanicu i govori, i bambini dormono, dieti spiat. Будь, стай зитт, как милаце, стай зитто. Бе, стай зитто, стай зитто. Ма, пер фаворе, тетя, племяннику, можете не говорить, пожалуйста. Вабе, окей. Справа, Наталья, жест такой, смотрите на меня. Allora, как сказать успокойся? Allora, есть разные способы. Либо используя глаголи calmarsi, либо tranquillizzarsi. Естественно, первый чаще используется, потому что, короче, успокаиваться. Либо stare calmo, либо tranquillo. А Наталья счастливца будет проспрягать все возможности. А, успокойся. Calmo. Sta calmo. Vabbè, ti nascerà assurda. Vabbè, sta calmo, либо sta tranquillo. Хорошо. Да будь спокойный. А здесь успокойся. Но, но. Но, местоимение, это прямая форма произношения. Местоимение сливается с глаголами. Начни с глагола. Местоимение к концу. Ты. Кальмати. Но, R нет. Кальмати. Вот. И последнее мужчине. Вот, помогла. Tranquillizzati. Но это только ради знания, потому что никто не говорит так. Tranquillizzati, я еще больше не буду нервничать, если говоришь так. Tranquillizzati. Tranquillo еще можно как-то. Tranquillizzati. Beh, и продолжение, non perdere la pazienza, ni teriai... Терпение. Хорошо. Юлия. Девушки, сначала Нака хотел бы показать вам жест. Уходи. Вот, уходи. Ватте. Non voglio più vederti, ватте. О, это параллельный язык жестов. Не так. Так. Бэк. Хорошо. Четвертый рисунок это бред. Не так делают итальянцы. То есть не так, а так. Иди сюда. Так. Не так. Так. То есть наоборот. Переверните руку на 180 градусов. Так. Бэк.
Devo parlarti, Olga, io adoro pagarista voi. Я не помню, как это... Ва... Но ва это... Vieni, vieni. Можно добавить qui. Но не обязательно, потому что venire это уже к говорящему. Vieni. Vacci, te иди туда. Andare это к кому-то другому. Venire это ко мне. Vieni, vieni. Vieni. По итальянски не обязательно, потому что это уже ко мне. Но хочешь сказать ко мне, пожалуйста, да, мне. Можно, но это излишне. Уже глагол содержится. Потому что если иди к нему, но не будет вене, а будет ва да луй. Хорошо. Вы Андаре, да, Арома, Ванча, иди как бы туда, да? Получается? Езжай туда, 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 не ко мне. А, она это отсюда. Си. А че это туда? Хорошо. Хорошо, девочки. Дайте песню.